Курс доллара за последние несколько дней пусть немного, но укрепился. А вот проблемы, связанные с резким обесцениванием гривны, остались. Один из ярких примеров – заемщики банков, особенно те, кто взял кредит в иностранной валюте. Максим взял потребительский долларовый кредит в 2008 году по курсу около 5 гривен за доллар. До недавнего времени исправно платил, стараясь даже опережать график погашения кредита. Несмотря на падение гривны сначала до 8, а потом до 16, 20, 24 гривен за доллар. С кратным увеличением суммы платежа Максим пытался прийти к компромиссу с банком, но не удалось. У меня все квитанции, везде указана сумма в эквиваленте. То есть указана сумма в доллар, эквивалент в гривне. Поэтому я не заплатил последнюю дату погашения 23 февраля, я не погасил. Сразу же написал заявление в банк о том, что я прошу пересчитать все платежи, которые были мной произведены, в эквивалентах гривны. Посчитать, какой эквивалент гривны я получал в 2008 году. И вот эта разница на сегодняшний день у меня составляет 9 тысяч гривен. Я говорю, я готов погасить 9 тысяч гривен вот этого долга и признать, что мы закрыли кредит. Одесситы-заемщики из-за кризиса, оказавшиеся в схожей ситуации, объединились сначала в виртуальное сообщество «Валютный кредит Одесса», а затем вживую стали устраивать митинги под финучреждениями. Проводим митинги для того, чтобы банки начали нас слушать. Почему? Потому что когда мы платили, и все было хорошо, когда я на своем примере рассказывал, что банк мне отказывал, но когда начинается просрочка, когда мы перестаем платить, банки резко начинают идти нам навстречу и предлагают какие-то нам варианты решения наших якобы проблем. Но на самом деле проблема не у нас. Проблема у банков, проблема у государства. Кто отвечает за стабильность гривны? Эксперты отмечают, проблема с погашением валютных кредитов действительно вышла за рамки финансовых трудностей отдельных заемщиков и приобретает все более глобальный масштаб. Если говорить о примере и предоставить его в цифрах, то по факту за прошлый год на ипотеке было взято 4 миллиарда долларов. То есть и ситуация какова? Естественно, эти деньги люди должны возвращать, но разница заключается в чем? Что данные кредиты брались на то время, когда у нас отношение гривны к доллару было около 5,8. Если брать разницу, то есть между 4 миллиардами долларов, допустим, по курсу в среднем там 5,8, да, то есть это около 20 миллиардов гривен. Если пересчитывать на текущий курс и брать среднюю разницу, то есть между 16 и 20 гривнами, то мы видим около 60-70. То есть есть большая разница, которая ложится по факту на возврат дополнительных денежных средств на наше население. И это очень большая проблема. Почему? Потому что именно вот этот сектор людей – это самая активная часть людей, которые занимаются и, ну, по факту берут кредиты, да, то есть и по факту это самая большая ставка на них, и удерживается процесс кредитования и всей банковской системы именно на них. Интересная особенность – процентные ставки, что по депозитным вкладам, что по кредитным займам в Украине в разы превышают европейские. Даже если банки из стран Старого Света. С украинским потребителем банки работают так, как выгодно им. Здесь ситуация какая, что большая часть банков, которые предоставляют данный кредит, это банки иностранные. Естественно, с их стороны это тоже выгодно, потому что денежные средства, которые они берут в своих странах, там процент предоставления данного кредита им все-таки намного меньше. Потому что даже если рассматривается позиция предоставления кредитов нашими банками, разница какая? Как правило, частные банки, они берут кредит у центрального банка, да, то есть, естественно, которому предоставляют определенный процент. В нашем случае наши банки запрашивают достаточно высокий процент, и нашим банкам это не интересно, а зарубежные банки, они берут у центральных банков собственной страны процент по более низкой ставке, и, естественно, очень выгодно предоставлять его здесь у нас, потому что он по факту повышен. Более высокий процент по депозитам для украинцев компенсируется значительно более высоким риском потерять свои средства. Уже сегодня тысячи людей не в силах добиться от банков возврата своих вкладов. Поэтому эксперты советуют инвестировать в сбережения, если они есть, в золото и недвижимость, как наименее подверженные обесцениванию из-за колебаний курса валют. Александр Полуев, Дмитрий Бондаренко, 7 канал.